Шквалистый ветер в Ивановской области с порывами до 20 метров в секунду не прошел бесследно. В городе зафиксировано порядка 40 случаев обрыва проводов. Выявлены факты падения рекламных конструкций и деревьев. В результате разгула стихии пострадало и здание Ивановской областной детской больницы. Здесь повреждена крыша и фасад. Я уже дал поручение провести комиссию по чрезвычайным ситуациям и выделить средства из резервного фонда как можно быстрее, чтобы все, что необходимо, отремонтировать.